попросили меня почистить дно колодца, также стенки изнутри. И заменить вот эту вот всю верхушку. Вот все сгнило. Буду делать по-другому, конечно, будет у меня отлично. И вот я уже все приготовил. Кабель электрический. Вот завязал. Шланг затолкал туда вместе с насосом. И что будет на дне, посмотрим. Этот колодец вообще не чистился. Наверное, лет 10. Вот буду включать и придерживать этот шланг, потому что он будет тяжелый. Не знаю, что получится. Будет, нет, тащить воду. Вот смотрите, какая грязная вода. Вот дно какое. И вот смотрите, на дне всякие отложения. Руку не видать вообще даже. Все. Пока.